Все, мне капец. Но это ж надо пойти с Зинкой именно по этой зоологической улице, где зоопарк, и чтобы именно по этой улице, именно в этот момент жена навстречу прошла мимо, ничего не сказала. Ну, Люська, представляю, она, небось, уже дома у двери со скалкой караулит. Нет, не со скалкой. У нас же рядом спортивный магазин. Наверное, зашла, биту купила. Не, не просто биту. Наверное, сейчас биту саморезы вкручивает. Будет как палиться. Не, зачем палиться? Просто разобьет лампочку на площадке, чтоб темно было. Ага. И звонка кнопку вывернет. Я в двери захочу позвонить. И пальцем на 220 вольт. И руки нет. Это она, чтобы я больше не звонил. Нет, не рука. У нас же сосед Семёныч, черный копатель, противотанковую мину на бутылку предлагал. У Люськи денежки есть, вчера получка. Даст ему бутылку, мину у двери под коврик. Я наступлю, ног нет, чтоб по бабам больше не бегал. Нет, она знает, я и без ног к бабам поползти могу. Нет, она две купит. Подложит под коврик, чтоб повыше ног рвануло, до пояса, чтоб вообще бегать по бабам отпал необходимость, чтоб забыл, зачем к ним ползти. Да. Даже если без мины, только скалка, тоже мало не покажется. Представляю, вхожу в дом, и у меня, как что, где, когда, 15 секунд на ответ. С кем это был, Кобелина? На 16-й скажет, ответ неверный. Деньги отправляются к телезрителям, а ты в морг. Прощай, Зинка, подружка ненаглядная. Больше ты меня не увидишь. Прощай, моя чудесная библиотека. Волшебные книги, в которые я прятал бабки. Прощай, рассол в холодильнике. Ты не дождешься меня утром. Ну, здравствуй, старуха с косой. Так вот оно, оказывается, как бывает, когда смерть приходит. Но подожди, подожди. Может, она ничего такого не придумала. Поставь себя на ее место. Может, не заметила. Вот я — это она. Я — это она. Иду по этой зоологической улице. Видит прямо перед мной собственный муж с какой-то. Сережа? Господи, с кем это он? Его что, попросили в зоопарке макаку прогулять? Ах, вот он какой у меня милый. Фу, как гора с плеч. Что значит правильно проанализировать и не поддаваться панике? А я уже с жизнью прощался. Конечно, подумала, что я типа волонтер в зоопарке. Прости меня, Зина. Что, Серега, очень умирать не хочется. Ищешь легкие варианты. Серега, не считай противника идиотом. Вспомни, сколько в сериалах ментов погибло. Вот тоже так. Недооценили врага. Давай еще раз. Я — это она. Передо мной какая-то парочка. Пока не вижу, кто это. Иду навстречу. Ближе. Еще. Поравнялись. И как раз в это время так она о чем-то задумалась, даже не посмотрела в их сторону. Фу! А я уж помирать собрался. Серега! Смотри правде в глаза. Это ж надо такое придумать, чтоб Люська задумалась. Чем? Чем моя Люська может задуматься? Нет, это конец. Как ни крути, конечно, ни о чем она не задумалась. Посмотрела, увидела, и все. Надо теперь решить, в чем меня похоронят. Вот опять недооцениваю. Подожди, а если все-таки мозг у нее есть? Может, она просто прикидывалась передо мной дурой? Ну как, зачем? Ну, может, оно тут заданием от какого-нибудь ЦРУ. Да, чтобы у меня какой-нибудь секрет выведать. Все, давай жестче. Вот я — это она. Иду. Передо мной какая-то парочка. Но я их не замечаю. Я вся в своих мыслях. И все. Прошла мимо, даже не чихнула. Ага, не чихнула. Серега, не играй со смертью. Не играй в подавки. Давай еще раз. Ставь себя на ее место. Я — это она. Иду. Нет, это легко сказать, я — это она. Надо глубже в эту роль войти, вжиться, войти в образ. Подожди, надо ее духи купить, побрызгаться. О, в подземном переходе продают. Эту Шанель дайте мне. Да. Так, что еще, Люськина? Так, туфли на каблуках.
как Люську носит. Вот эти мне. Сколько? Блин, хоть сколько стоит, узнал перед смертью. Заверните. Так, духами побрызгался, туфли надел. Мужик, отвали. Руки убрал. Так, я это она. Вот иду. Вижу впереди. Ой, ё-моё, бедные тетки, как они на них ходят. Да ничего не вижу впереди, никуда я не смотрю, ни вперед, ни назад, мне бы не упасть. Фух, слава богу, вот хорошо, что поставил себя на ее место. Нифига она не видела, только на туфли смотрела. Серега, чё Люське на туфли смотреть? Она привыкла. А ты просто стой на месте и смотри вперед метров на 10. Ну, я это она, что вижу? Фух, слава богу, ничего, темно. Идиот, это сейчас темно, а был день. Ну, я это она. День, вперед смотри. О, а кто это впереди с какой-то теткой? Так-так, никаких пудовков, молодец. Правда, как на Серегу похож. Молодец, жестче. Ну надо же, ну прямо один к одному. Ой, это же он, с какой-то теткой. Ну все, это конец. Что и требовалось доказать. Разглядела. Подожди, как разглядела? Ну, конечно, она же всегда в темных очках. Люся, стой на месте. Я в переход и назад. Дайте темные очки. Нет, вот эти. Так, я это она. Ну, нифига не вижу. Фу, как гора с плеч. Разглядеть нереально. Тебе что, бабка? Какую милостыню мне? Черт, это я очки для слепых взял. Ну, Люся, достала. Значит, вечером, Люсенька, ты не видишь темно. А днем тебе солнце в глаза слепит, вот поэтому вам и изменяет, чтобы ничего не хотите замечать. Давай еще раз, последний. Я это она. Так, духи, каблуки, пошла. Вхожу в образ. Пошел. Какой мужчина симпатичный. Что? Так вот о чем ты думаешь, Люсенька. Муж в метре от тебя с какой-то теткой, тебе наплевать. Не замечаешь даже, о другом думаешь. Ну, Люся, не ожидал. Так что нечего тут мне. Сама бесстыжая. Спасибо.